Давид, ты ждал такой формат, я знаю. Котика. Иногда я не знаю, кто я, да я не знаю, что я, кто я, да я не знаю, что я, даже окружающих, не людей, даже в голове эхом звучат голоса, в голове эхом вообще не имеет никакого смысла. Иногда как из темноты появляются лица, как из темноты страшные лица. Потому что разум полностью разделен. Я понимаю, была.